Мари, поддавалась тебе, а я не такой. Пора тебе узнать, что такое настоящие гонки. Эта гонка за мной! Хорошо, идем! Вот эта гонка! Просто готовлюсь к рывку! Еще не конец! Просто повезло! В первый и в последний раз! Так, ладно, один на один, но как ты справишься с толпой? Трое на одного, нечестно. Всегда можно сдаться. Уверена, в лиге все поймут. Двоих ты уже одолел, остался один. Ну и дерьмовая тебя ждет ночка! Водить. Вот теперь ночь обещает быть интересной. Я уж думала, о нас забыли. Эту гонку никто не остановит. Так держать! Я выйду вперед! Смотри! Да,
аду написано проигрывать в последний момент. Нас меньше, но мы победили. Нам хватит рейтинга, чтобы попасть в лигу. И это главное. Пока да. Хочешь есть? Я очень. Перекусим? Смотри, кто там. А, черт. Хочешь уйти? Ну, нет. Я люблю ждать. А я смотреть, как ты жрешь. Какого черта? Это все взятки? Столько подарков, прям как на Новый год. А, я... поднял плату. Эй, если продолжим давить, то нам всем прилетит. Босс велел давить, а я только за. Он мне верит. Да? Ну, раз так, вы с ним оба поехали. Полегче, Торрес. Мы давно в связке. Работали и до тебя. Думаешь, он тебе друг? Да. Ты просто жалок. Будь осторожна. Два колеса — это тебе не четыре. Пока. Не стыдно проиграть тому, кто сильнее? Да неужели? Хочу сохранить лицо. Серьезно? Не думал, что вождение похоже на сноуборд. Ну, а ты мне показал. Надеюсь, мы еще повторим. Выбирай трассу, и я приеду. Да, выберу. Кстати, тебя кое-что ждет у Лукаса. Тебе понравится. Ты здесь? Да. Пришло время испытать эту малышку. Это тачка твоего отца. Лукас не будет против? Но она и моя тоже. Стрим-киллеры сегодня поднимут ставки, и мы тоже должны. За этим мы и здесь. Просто помни, покажем результат, когда Лига даст нам шанс. Я не давлю. Прикрываем друг друга, ясно? Обожаю звук этого движка. Спасибо, папочка. Это просто бомба!
такой шикарный вид! Ты много упускаешь! Знаешь, гонки мне надоели! Сегодня я просто хочу покататься! Расчищаешь мне дорогу! Передай всем, что Нари уже близко! Всем скоростным патрулям! Гонка на Эджвуд Вэлли. Направляются на восток к автодрому. Понял. Диспетчер, я в деле. Шоу на связи. Принято, диспетчер. Спасибо за компанию. Дальше я сам. Диспетчер, принято. Выполняю. Похоже, у нас появились гости. Помочь. Пора нам сматывать удочки! А как же гонка? Ну все, этот коп все испортил. Поможешь выбраться? Да, мы команда. Как говорится, гонки конец. Валим отсюда.
машина на такое не рассчитана! Нет! Не может этого быть! Нет! Глянем, как он от такого отмажется! Спасибо! Всем постам! Офицера Шоу нейтрализовали! Нужна помощь! Ищите желтый Камара! Так, нам пора! Мне нужно вернуться в гараж! Буду ждать тебя там! Страсти накаляются. Ночью произошло столкновение между скоростной спецгруппой и нелегальными гонщиками. Жители города наблюдали странную сцену. Сотни долларовых банкнот заполнили ночное небо. Спецгруппе придется ответить на неудобные вопросы. Вчера мы видели явную провокацию, призванную запятнать репутацию моей группы. А значит, они нас боятся. На низких передачах не очень тянет. Но стоит разогнаться. Брат! Машина! Зверь! Ясно, ты зол. Да ну. Мира эста. Ну прости, надо было тебе сказать, но... Да уж, блин, надо было. Ты не имела права, Анна. Никакого. Я пойду. Нет. Ты же в курсе, что он был и моим папой? И машину, если ты забыл, он собрал для гонок. Это гонки, да? Да, были, пока сраный коп не пристал. Будешь нарываться, они от тебя не отстанут. Ты что, решила разрушить свою жизнь? Я пытаюсь что-то сделать со своей жизнью. У меня хорошо получается, между прочим. И это хорошо, да? Как будто на ней ездил кто-то, кто не способен ни водить, ни колледж окончить. Вот как значит. Я не хочу стоять и слушать нытика, который за руль сесть боится. Мы гонщики! Позвони, когда вспомнишь об этом. Значит, вот что чувствовал отец. Помощь нужна? Далее. Будет весьма кстати. Нужны запчасти. Черт.